Все. На Ютубе ссылка есть. Мы на Ютубе, короче, это, ну как бы там. В чате поищите. Кто не ленивый. Кто ленивый, тот не посмотрит. Итак, мы в эфире. Чемпионат мира, дорогие друзья. 2016 год. Многие говорили, почему все-таки старые профессионалы не явились на турниры фаскапа на 250 тысяч рублей. Ну, а почему? А сейчас мы посмотрим, почему. Потому что вот вы сейчас увидите их скилл и поймете, почему они не участвовали. Ладно, не суть. Итак, дорогие телезрители, у нас сегодня выставочный матч, шоу-матч между командами Virtus.pro, SK Gaming на фаскапе и составы играющих команд. SK Gaming за оборону играет DFLS, Quattro, MMD, Softer, Есенин. И за Virtus.pro играет Карапуз, Танкзор, МК, КЛК и No One. Вот так вот. Ну и посмотрим. Игроки команды Virtus.pro решают аркадить улицу. Бегут по улице и ребята заходят в ангар. Итак, пошел первый размен. Ух. О, здесь Софтер. Да не, это не Элка. Да ну. В итоге Софтер дает здесь минус. Пошел перекрестный огонь. Прием с девятки. Плюс. Может быть. Смотри, КЛК выбрасывает пачку. Минус 3. Как это так? Это не может так получиться. Так, 1-1-3, мы уже видим накал страстей, КЛК последний за ангаром, так, пачка на руках, все нормально, сейчас посмотрим, что будет творить КЛК, он видит, он убивает, да ну, он убивает, 1-2, круто, смотрим дальше, неплохо пока что Virtus.pro себя проявляет за атаку, но пошли какие-то непредвиденные обстоятельства. Увидел квадрат, так, оп. И нет, ММД его все-таки забрал, ну и первый раунд за командой SK Gaming. Вот так вот. Ну я думаю, под ником Софтер все-таки играет Гитрайт, как ты думаешь, нет? Конечно, это стопудово. Не, что-то какие-то они жесткие для Элла как-то вот. Потому что минус 3 это было вообще жестко. А, они закупают еще на респе. Нет, это все нормально. Да, точно, пацаны, точно SK Gaming и... Так, на ящик не можем запрыгнуть, хорош, это уже чувствуется. Они сейчас с глоками будут прострелять. Посадка на скалу. Знаешь, что будут, подсадку на внешку будут делать, как в Фнатике. Так, смотри, оп. Не палимся. Ништяк. Все, подсадил аркада от Есенина, желтый, он смотрит в стену, залипает. Что он там увидел? Так. Ребята пытаются вычислять у нас со скалы, ангар, танкзор. Посмотрим на танкзора, как он пытается здесь... Он на пикселе там ловит, слышишь, на пикселе. Вот танкзор просто на пикселе берет. Ну, там просто какой-то скилл просто бешеный. Бешеный. Танкзор. Вообще бешеный. Просто на эту, как у... на пикселе там типов ловит. Смотри. Оп. Нет, все-таки его убивают. И остается Карапуз МК против четверых игроков команды Дифанса. Сейчас посмотрим, как игроки команды... SK Gaming будет реализовывать численное большинство. На карте Карапуз тем временем с одним хп подбирает эмку. Так, он слышит, но не понимает, откуда идет стрельба. Я надеюсь, сейчас он переметнется. И вот Карапуз увидел пиксель, но Есенин его зажал через стену. Вот это да. 2-0. И КЛК опять вылетает. Ну что ж ты будешь делать? Парни, видимо, проблемы с интернетом сейчас в Швеции, поэтому... А, нет, это же Virtus.pro, нормально все. Ну, это Россия, это понятно, то, что проблема с интернетом. У России. Ой, у шведов тоже проблемы, смотри, у Софтер вылетает. Вот, поэтому. Софтер вылетает, да. Возможно, из-за того, что нет Софтер. Вообще они как-то подлагивают сами игроки, на самом деле. Возможно, в этом их проблема. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Итак, ложится смог. Просто смог, через который никто не решается даже посмотреть. Вот. И Есенин, смотри, Есенин на внешке ползет. Есенин готов контролить он улицу тем временем и выцепляет он ангар. Просто на пиксель готов здесь взять. Сейчас он будет открываться по улице. И Есенин, реакция. Пошел. О, вот это пошел. Реакшн пошел, тайм, пошел, типа, пошел, просто. Че он дал? Да ну, не может этого быть. Не, что-то не то. Не то, что-то смотрим, но все-таки не, ну, КЛК остается последней. Да, он сам не понял, что он сделал, потому что ты видел, какая у него реакция? Там просто сумасшедшая. Оп, МД вышел, зажал, все нормально. 3-0. Моделька на 5 корпусов из ангара выбегает. Он только понял, что надо в него стрелять. Да тихо, нормально. Да пацаны просто после гоу не могут привыкнуть никак, поэтому долбан с фейсом пока освоиться не могут на карте Данюк. Два АФК пока на респе. Не-не-не, они пока закупают. Войска. Они решают, что купить, короче.
Думаешь? Вот. Да, а да. Уже, по-моему, buy time кончился, нет? А, ну значит, не судьба. Ладно, посмотрим. Лагает, атака. Лагает, типа. Атака. Ребята решают открывать верхний плен. Заходят, заходят просто. Ну, здесь ДФЛС. ДФЛС. Ой, пытается перестреливать. Забирает еще одного. Да, ну, Кватро прошивает с рампов верхний плен. Вот это да. Три, два, два. Нет. Вылетает еще МК. В итоге перезаход от двух игроков команды атаки. Ой, жестко, ну ладно. Они все зависают постоянно. Так, 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 ДФЛС заркадил у нас радио, дает здесь минус. Игрок команды атаки Танкзор за мейном останется последний фактически. Ну и он будет работать против четырех игроков команды SK Gaming. Смотри, пытается брать на пиксель, его пытается здесь зажимать просто перекрестным огнем. Здесь вращает очень жестко. О, вот это да! Хорош, хорош. Минус один есть, минус один есть. Еще нужен фраг для мувика. Сейчас, секунду. Танкзор будет проходить по улице, будет подбирать девайс. Его здесь встречают, но не забирают. Тем временем Танкзор хорош. Смотри, смотри, не отдается пацан. Пытается на пиксель ловить. Должен быть сик. Так, ой, так, так, Танкзор. Какая у него? Тихо, тихо, тихо. Все нормально, сейчас перестроится. А, чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Типу не хватило, да, чтобы взять кубок чемпионов. Да, перед Лигой чемпионов разминку пацанов 4-0. Пока что. Что-то они не могут никак за атаку нормально выйти в верхний. Но это сильная сторона. Возможно, SK Gaming, когда перейдут за оборону, они также будут, как бы, ну, насвистывать, и поэтому ничего не получится. О, тем вот временем. Это флешка! Ты видел эту флешку? Опен фраг. И можно занимать верхний плен. Условит ММД. И 5 в 3. Опасно. Опасно. Смотрим дальше. Игроки команды дефенса. Флешка была просто с желтого. Я не могу. Жестко, жестко. Смотри, смотри, Есенин. Есенин. Есенина, походу, нет информации, я игроки знаю, команды. Так, атаки так, открыли так. Верхний плент, но они решили сделать ретейк позиции под улицей и играть полраунда, походу, по улице. Сейчас будут валбанги, он говорит, я нотинг, все нормально. Так, смотри, где КЛК лазит. Так, он пытается найти, где здесь нижний плент, короче. Но пока что... КЛК танк сейчас будет унюхал, унюхал, типа, смотри, оп, танк вообще, ну, танк да. Жжет, ты видел, а там что танк сделал, просто посмотрел в типа, короче, прицелился в квадрат и просто тупо в бошку две пульки дал, слышь, он с ВХ играет, я тебе базарю. Базаришь? То он же вообще, он просто в стенке смотрит на модельке, я хз. Так, может, 4-1. Конечно, он... Может, он, конечно, второй нотинг и прям жестко там шифты, короче, типа читает. Ну, хз, ну сейчас посмотрим. SK Gaming, Virtus.pro, 4-1. Так, АВП есть у МК за атаку, сейчас посмотрим. Ну, респаун он уже свой не реализовал в атаку, и он пошел реализовывать АВП на крышу. Так. Так, сейчас будет холбанги. Сейчас за танком хочу посмотреть, потому что, блин, я хз, сейчас что-то будет жесткое, наверное. МК пытается шить. Прошивает? МК что-то тупит. Ща. Он пытался прошивать сейчас. Смотри, ой, блин, он да, прошили, кстати, с АВП. Прошили с АВП ДФЛС, прикинь, на крышу. 33 хп оставили. Нормально. Так, нормально, но open фраг был за игроками команды SK Gaming. О, да, что-то там увидел-то в дыму-то, чувак. Давай еще наверх посмотри. Так, наверху мы голову не видим. Принципиально мы не смотрим на голову. Просто, да, тип выходит, просто с внешки там начинает его по нему стрелять, он стрелял секунд 5, и он только потом уже его увидел. Да все, хватит говорить о плохом скилле. Смотри, МК как хорошо работает. Я не говорю о плохом скилле, но я к тому, что он какой-то странный в плане квадратов. Так, смотри, МК. О, вот это да, да не, я не верю. Что-то было. МК, 1-1 против Кватро. Информации друг по другу нет, но Кватро все-таки топнул, МК должен понимать, хотя если он его слышал вообще, МК будет устанавливать пачку и МК сейчас, смотри, оп, все, минус МК. А теперь нужно сделать просто задачу Unreal, нужно спуститься и не разбиться, сейчас посмотрим. Давай, братан.
Так, нормально, нормально. Раздефузивает пачку. И пятый раунд уходит за командой SK Gaming. Все нормально. Куатро берет все-таки раунды своих тиммейтов, но проблему атаки, видимо, из-за того, что кто-то вылетает, они не могут набирать раунды, соответственно. Пока что за атаку они ничего не показывают. Поэтому посмотрим дальше. До сих пор МК на респе. Ну что ж ты будешь делать? Ну выйдите вы по респауну, пацаны. А, нет, он просто влетал. Все. Все, погоди, это... мне танк Зорг меня интересует. Что-то вот он мне не нравится вообще. Так, танк Зорг. Давай, давай, на пиксели ловите. О, да. Не, я тебе говорю, он до этого в ангаре типов на пиксели, короче, ловил. Я не удивлюсь, если сейчас он... Если его замашнят или маяк его забанят. Смотри, да. Как он ставит. Как он ставит, говорю, это было... Он фантазер, по-моему, мне кажется. Смотри за ноу-ваном. За ноу-ваном, смотри быстрее. Я такой первый раз вижу. Ноу один. Смотри, как ждут аркады с улицы. Чтобы на нюке так сидели за атаку. Ну да, на миксе именно. На паблике-то ладно. Стенку. Главное посмотреть стену. Это дефолт. Так, атака. Остается у нас численным равенством. Пытаются ребята занимать втроем рампы с пачкой. Проходят они уже на нижний плент. No One останется в роли замка на рампах. И посмотрим, наверное, за ним. Как он будет зажимать игроков в спину. Ой, нет. Он, к сожалению, не слышал. Конечно. Не слышал DFLS. К сожалению. Давай, тридцатку всаживай. Пошел размен. Не, вот этот DFLS, вот он жесткий. Не верю я, что он элка. Смотри, но... Карапуз пишет, что он нечестный игрок. Но он эмка, по-моему, вот этот вот. DFLS, он нифига не элка. У него макскилл 100 был, да? Не знаю, ну он стреляет хотя бы как эмка или М-минус там. Не знаю, что-то типа того. Ладно, посмотрим дальше. Опять выбор закупки. Ну, есть пока время, 15 секунд, все-таки, подумать. Все-таки я хочу спалить этого танкзора. Не верю я ему. Вообще не верю. Оп, ага. Танкзор. Ну, окей, хорош, так, это дыр. Смотрим дальше. За игрой хочу посмотреть. Занимают улицу игроки команды атаки. No One проламливает АВП. Минус Есенин на улице. Вот это он шьет, мейн. Вот это прострелы. Заходит. От танкзора? Да, он вообще такой дикий, отвечаю. За ним вот весело наблюдать, как он в стенки смотрит. Смотри, он прям в стенку смотрит и все. Я не знаю, конечно. Это все можно списать на его чудо-скилл. Ну ладно, последний за ангаром. А, нет, он не последний. Они с Карапузом в паре. Ну, Карапузу что-то не прет. Вот он 2 на 6 идет. Я думаю, еще соберется вторую половину. Ну и покажет, как он все-таки здесь играет. Карапуз, No One. И дуэль титанов. 2 в 2. Слышал, интересно? Смотри, с пули забрал все-таки. Там непонятно здесь... вообще, просто такая шара, просто непонятно, куда стрелял, наверное, куда-то в потолок и попал в голову, типу. Сейчас Кватро будет пытаться бесшумно спускаться с девятки, Один до сих пор АФК у них. Так. Так, Кватро все-таки зажимает спину и 6-2. 6-2, игроки команды Virtus.pro берут второй раунд. На карте Денюк. Напоминаю, это шоу-матч между командами SK Gaming и Virtus.pro на проекте fastcap.net. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Да, Virtus.pro уже не те. Virtus.pro уже не те. Мне кажется, Карапуз — это Лекс. Это Лекс. Вот. И как раз Лекс командует своим тиммейтом и... Опа-на! Во-во-во, аркада. Смотри, ребята пытаются выходить на верхний плент, перестрелка. Ребята давай, пытаются... Давай, жми! Софтер, да, не софтер. Софтер тут уволил, конечно. Он жесткий для этого микса. Карапуз. Разве не видел? Нет, не видел. И в итоге Кватро забирает Карапуза. Но здесь КЛК на крыше, посмотрим за ним. И КЛК. И это все. Это так, сейчас будет... Целую минуту там сидеть, инфосоп. Тихо. Смотри. Сейчас он залезет. Давай, Контрол. Прилезай, ну толкните его.
W, жми W, чувак. W, жми. Просто все это такое, я не понимаю вообще ни хуя. 7-2, 7-2. А он вылетел. Завис, походу, что ли, или чё? Да, вылетел, да. Наверное. Его задосили прям на стриме на его. Наверняка. В итоге 7-2. 7-2, ладно. Карапуз тоже пока что стоит на респе, походу, тоже на что-то у него конфиг, наверное, сбился. Вот. Да. Тем временем собака. Ух, да, и вот здесь open frag пошел, размен на рампах, 3 в 3, неплохо. И Карапуз минус ДФЛС. Смотри, неплохо, неплохо отыгрывает Virtus.pro. Нынешний раунд. Есенин остается вдвоем с Афтером. И МК, да ладно, его настрелили. Кто такой смелый? Они не слышат, они не слышат. Ты понимаешь, он стоит в мейне, стреляется в ОП. Они вдвоем, ни инфы, ничего. И даже не слышат, что он там стреляет. Как это не слышат? Да слышат, они просто на другого сконцентрировались. Поэтому ничего страшного. Есенин последний с ОП на улице. И только сейчас, наверное, игроки команды атаки понимают, где находится последний игрок. Хотя, что-то вот Virtus.pro не особо, не особо сейчас это. Оп-оп. Смотри, Есенин смотрит ангар. Virtus.pro говорит, не особо. Так, Virtus.pro. Ну, у них есть шанс затащить раунд. Игрок команды SK Gaming, Есенин. Это, походу, плюсом Сеня пошел за них играть. За шведа. Смотри, Есенин. Смотрим на пол. Все нормально. Нет. Оп. Уходим, сейф. Уходим на сейф, давай, давай. В инсайд. Взорвемся, не взорвемся, как ты думаешь, с ВП-то? Я думаю, нет уже. Но кто-то взорвался в итоге. И счет 3-7. Но я да, думаю, уже неплохо, да? Virtus.pro в четвером. Пятого у них нету. А они без него тащат. Ты видел, как они верхний плент открывают? Мне кажется, это вполне достойно. Сейчас посмотрим за МК. У него был первый респаун. Он бежит, 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 бежит. И на ноге сейчас будет открывать Карапуз верхний плент. Карапуз ФК стоит, лол. Нет, нет, он просто занял радио. Он сядет на радио и будет тут сидеть, скорее всего, ждать поджима. О, хорош. На реакцию сразу поймал ДФЛС. Пачку уже на верхнем плунту тем временем. Смотри, они вчетвером неплохо. Неплохо справляются. 3 в 3, Virtus.pro пытаются тащить. Софтер, да. Ух ты, как он разобрал всю движуху, нет. И ММД забирает МК. Вот так вот, игроки команды. 8-3. СК Гейминг берут еще один раунд. Ух, опасно. Я думаю, в следующий раз кого-нибудь на стрим таких жестких команд позовем тоже какого-нибудь жесткого стримера, типа Тафа, да, или Слэма. Думаю, будет очень четко, особенно сказать, чтобы он не матерился и так далее. Да. Жесткие. Блин, плохо, что у них пятый вылетел. Один АФК стоит. Не собрана команда, на самом деле. Ты здесь вообще кого? Да. Ты чё, отвлёкся от такого важного матча? Так, сори, дорогие телезрители, мне писал судья. Судья Фаскапа сказал, что пятый игрок команды Virtus.pro вылетел из-за того, что его задосили на стриме. И, не знаю, вернется он в игру, нет, но... Это должно быть нормально. Они сейчас будут искать плюса Virtus.pro будут искать. Да. Скорее всего, ага. Кучер ворвется, ну посмотрим. Да, вот да. Это ой! Да. Не, ну это тоже не елка, я не верю, это бред. А мне кажется, что вот парень идет к минусу, смотри, что он творит. Уже минус 3, уже минус 3, вот это да. Один в один. В итоге против Куатра остается против собаки. И... Да, жестко. Так, пачку взял. Информации по пачке, я так понял, не было. Сразу с префа выходит на девятку, опасно. Все, пачка смотри. Установлена. Оп. Установлена. Эх, чуть-чуть не хватило затащить раунд. Он сделал такие ключевые фраги при открытии апланта, но затащить не смог. Да этот квадро постоянно на девятке сидит. Пачку свою. Интересно, успеет раздефузить пачку? Нет, успел все-таки, успел. Да. Вот, правда, не с первого раза, но успел. Тут 9-3. И игрок команды Virtus.pro, Лекс, пишет что-то на шведском. К сожалению, я его не понимаю. Вот. Ну и 9-3.
Прог лидером пока что является Кватру. Наколотил он здесь 17 на 5. Очень жестко. Он берет клатч раунда 1 в 1. Ну и АФК. Virtus.pro что-то как-то не подготовлены. Подошли к этому шоу-матчу. Вот. Хотя такая возможность подняться до М-минуса. Ну, упускают эту возможность ребята тем временем. И игроки команды... Так. Атаки. Конечно, никуда не отправляют. Карапуза нашивают. Да нет, да ты чё, карапуза нашивают с ангара, прикинь, пацан, просто кто там? А, это софтер, прикинь. Он с ангара у нас вообще шьет по-дикому. И... О, да! О! Но, тем временем. Но ван остается последний. На респе. Недовольны игроки команды Virtus.pro. В принципе, раньше в 1.6 у меня был больше шанс против SkyGaming, но пока что они остаются вчетвером. Я, кстати, замечал такое противостояние, Virtus.pro, а, там было M5 еще играли. Вот на Forge любили играть в 2011-2012 годах SkyGaming и M5. Все, ливают. Походу, сейчас будет официальный матч игроков команды Virtus.pro, вот, на другом проекте, и, видимо, по срокам они не укладываются на данную игру, и... Можно их не ожидать уже во второй половине. Да. В итоге собаку забирают. И No One остается последний. Давай карма... А, ну что тут звать? Сейчас Лига Чемпионов, пацаны, будет. 11-3. 11-3, последний раунд первой половины. Игроки команды Virtus.pro остаются вдвоем. Трое пошли готовиться к другому выставочному матчу, я так понял. Элки какие-то странные ливают. Слушай, а может как-нибудь на стриме сыграем против них? Не? Не думал? Против элок? Да. Ну что-нибудь там придумаем. Обновим скильчик и пойдем. Софтер минус собака. Ладно, не суть. У нас сейчас... Эх, собака еще и Эмир пишет. Ну, Ми точнее. Нет, там урона не покажут, братан. Конечно, настоящие. Че, не видно, что ли? Это настоящие. No One последний. На верхнем пунту. Есенин прижимает все-таки No One и 12-3. 12-3. Игроки команды SK Gaming берут первую половину, переходят теперь за атаку. И продолжим смотреть данную игру со счета уже 12-3. Понимаем? Да, но тут они еще 2 минуты, наверное, будут рейди нажимать. Так, пока, ну, пока что... им там на лане воду там принесут, пока они попьют там. Ну да, да, тим толк тоже нужен, в принципе. Стратегии обсудят. На пистолетке как отыграть надо. Ну вот Есенин пока что отошел, да. Все, Есенин перешел наконец-таки. Нашел он букву М на клавиатуре. Фаст. И... Все, да. Не, ну просто в CSGO, там же автоматом происходит этот переход, да. Здесь в 1.6 нужно еще M нажимать. Поэтому не всем это сходу удается сделать. Ладно, тем временем игроки команды Virtus.pro остались вдвоем. Тиммейты сказали. Тиммейты в них уверены просто по игре, поэтому... Ребята решили выйти. Вот, Virtus.pro вдвоем против 5 игроков команды SkyGaming. Ну и сейчас у нас битва под Полтавой. В меньшинстве. Игроки российского состава остаются против шведов и просто против уже 4 викингов. Остались ребята, собака с ноуаном. Ой, что ты ставишь? Почти. Можно было еще... Одни ваншоты. Просто ваншоты летят от элок, нахуй. Такие бегут. Бам, пулька упал. Нормально, да, элки? Вообще нормально. Нормально. Ноуан разводит на дефуз. Смотри, Кватра, Кватра с Глоком. Смотри, простреливает дверь. Давай, через дверь. Смотри, дефузит Есенин. Есенин на вилке стоит, ждет его с вилки. Смотри на Есенина. Этот наверх. Этот вообще Кватра. А, кто там МД на верхнем планту был. Не, ну нормально. Там... Да. Что-то ребята из команды SK Gaming расслабились. Один смотрел вилку, один чекал с девятки верхний плент. Ну ладно. Все-таки с трудом, но игроки команды шведского коллектива берут раунд в свою пользу. Трудом. Ну там, если понимаешь, перестреливал бы
Если бы Хуч перестреливал как бы Делпана, то мог бы дефить. Поэтому... Если... Вообще ваншоты полетят, смотри. Ой, хорош, хорош. Нет, тут продавили. Продавили. 14-3. Ну, трудно, трудно вдвоем против пятерых. Мы это понимаем. Конечно, конечно. Я думаю, что мы бы вдвоем тоже не потянули, не потянули бы против них, поэтому... Такие вот дела, ладно. О, уже... Два... Ну, 2-5 также осталось. Респен, респе сейчас. А, SK Gaming сейчас придумывает тактику. Тактику галактику. Смотри, смотрите, они мутят тут вообще. По-жесткому. Так, я, пацаны, 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 не взрывайтесь. Хорош, хорош, хорош. Вот так вот. Вот так вот, ребята отдают один раунд во второй половине. Игрокам команды Дефенса, ну красавчик. У них третий вернулся, смотри, смотри, у них третий вернулся. 3 в 5, ну интрига возвращается, да. Оживает, да. Оживает интрига. Интрига. И сейчас жестко. Посмотрим. Смотрим дальше. Бегут ребята, я непонятно куда. Есенин с пачкой в машине. Он, по-моему, завис, да? Ох, смотри, хорош, 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 хорош. Это был Хуч, это был Хуч. Хуч давит еще одного. Хуч остался играть. Вот это да, вот это я понимаю. Втроем против пятерых. КЛК минус еще и ДФЛС. Остается последний Есенин в тачке, вот так вот. Но она не заводится, братан. А он можно, АФК. В принципе... Блин, его так и не зачекают. Целую минуту сейчас будут его искать и не зачекают. Так, так, всё, ну ясно. Хуч пока что бегает. Есенин проснулся, найс, найс, найс. Есть ну, шанс сейчас потащить. Такая. Да. Есенин? Заходит давай, в желтый. Есенин. А пачка-то где? Пачка-то у Есенина. В руках, в руках, в руках. Смотри, смотри, минус один, Есенин. Играет плюсом за СК Гейминг, но... Здесь, к сожалению, Кучер его забирает. Кучер дает минус, но ну и... Ну это камбэк. Че это камбэк? Да, напоминаю, за Virtus.pro сейчас остались Хуч, играет под ником Собака. За под ником КЛК играет Кучер. И под ником NoOne играет Хек. Вот. Ну, играют 4 игрока шведского коллектива, плюс Сеня из Нави. Поэтому шоу-матч на фаскапе, напоминаю, дорогие зрители. И игроки команды SK Gaming выходят у нас рампы. Неплохо здесь. Минус сразу забирает Хека, пытаются проходить на нижний плент. Пошел размен. ДФЛС забирает Хуча на рампах. Ну и последний Кучер против 4 игроков шведского коллектива. Ну, мне кажется, у Сени вот только проблемы с информацией. Эх, Кучер почти, почти. Чуть-чуть не затащил. Ну и последний раунд. Last раунд данной встречи. 15-5, по-моему, счет, да? И вот Кучер решает брать авик. АВП у Кучера это, конечно, серьезная, серьезная заявочка на камбэк. Вот. И Кучер направляется у нас в ангар сразу же. Софтер, софтер будет шить, смухи, рампы. Но никого здесь на рампах не было. Игроки команды атаки пытаются проходить. Пока что куда только могут. Забирает Кучера тем временем. Куч стоит АФК под рампами. Аркадит радио, дает минус Хуч. Хуч врывается на ноль, дает минус 2, выбивает пачку и... Отлично. Еще и Карапуз вернулся на помощь своим тиммейтам. Не все жесткий, потеряно. Жесткий, прям жесткий. Это плюсом за Virtus.pro плюсом играет Ромшки и вот Карапуз. А, нет, Карапуз у нас нет, это не Ромшки, это как его? Это как раз капитан команды Лекс. Да, Лекс вернулся. Да, это Нелка, это сразу понятно, что это Нелка играет, забей. 15-6. Собака вот эта, это Нелка. Так, Крапуз. Ну, Крапуз должен уже командовать своими тиммейтами. Поэтому продолжим смотреть. Блин, не могут они последний раунд взять. Да. Ну, здесь что-то вот расслабился вот как раз вот Форос, да, под ником Софтер. Минус 4 на 5 идет. Поэтому тем временем Хуч, Дмитрий Хуч. Ой, ну здесь Сеня. Здесь просто российские игроки на самом деле решают до сих пор в 1.6. И последний Кучер с АВП. Ой, жесткая флешка. Оп. На ход. И здесь нашивает, по-моему. Кто-то кого-то нашивает. А все-таки флешка слепит, но забирают. И собрался Форест.